Антон, какие задачи стоят перед тобой на этот чемпионат России? Попасть в тройку, желательно выиграть соревнования. За счет чего тебе удалось победить этот бой? Показалось, что не так сложно. На мой взгляд, я просто более опытный спортсмен, чем он. Ну, и все. По тактике или по физике ты оказался сильнее? Ну и по тактике, и по техническим возможностям. На данный момент какой бой ты бы мог выделить для себя? Какой тебе запомнился? Пока никакого. То есть на сегодняшний соревновательный день для тебя все самое главное только впереди? Да. А с кем из возможных соперников тебе бы хотелось или, может быть, не хотелось встретиться на дорожке? Мне хотелось бы встретиться с Сергеем Видой, и у меня вот следующий бой как раз с ним будет. Почему именно его ты выделяешь? Мне интересно с ним фехтовать. Он хороший соперник. А нет таких лидеров, с кем бы не хотелось? Нет, наверное, нет. Пока ты не очень удачно выступал до этого на всероссийских соревнованиях, как считаешь, есть возможность сегодня взять реванш? Конечно, у всех есть возможность. Все в одинаковых условиях находятся. Ну, сегодня ты надеешься занять какое-то высокое место. На что ты рассчитываешь? На первое, естественно. Любой человек, который приезжает на соревнования, рассчитывает только на первое место.